приветствую всех, с вами Худым, и мы продолжаем проходить Доки-Доки Литературный Клуб Плюс доп-сюжеты. Продолжаем допроходить. Доп-сюжет равновесия, и буду надеяться, появится скоро дополнительная почта, мне очень хочется ее почитать, хотя, думаю, скорее всего, я оставлю ее на следующую часть. Будем так каждый доп-сюжет именно начинать с прочитки дополнительного письмеца. Интересно, что будет, да, интересного еще из рассказа. Прям интересно прям погружаться в этот лор, лор игры. Честно говоря, будет интересно узнать все-таки, что это за... Все-таки более-менее структурировать еще сюжет, потому что я не смотрел большинство видеороликов по поводу сюжета в Доки-Доки, и у меня он довольно раздроблен. Ну а перед тем, как мы перейдем к нашим любимым Докичам, я думаю, многие те, кто смотрит популярных видеоблогеров, хотели бы связать свою жизнь с этим ремеслом в виде карьеры или просто, чтобы делиться своим творчеством. У вас уже, я думаю, есть готовый и логотипчик, и название красивое, запоминающееся. Ну, идея для логотипа, шапочка и даже несколько видеороликов и превьюшка. Есть идея для них, но нет прямых рук, чтобы сделать их красивыми, чтобы они устраивали и вас, и также привлекали зрителя. Если у вас была такая проблема, то вам прямая дорога в группу сообщества Marron Graphics. Группа крайне хорошего человека Данилы, графического дизайнера. В группе уже есть полноценные его работы, авы, примеры аватарок, грамот, шапок, отзывы довольных клиентов, среди которых есть ваш покорный слуга. И я также планирую опять-таки снова воспользоваться его услугами. Так как сейчас у него прям приятные скидочки. Приятные. Сейчас можно и пакет YouTube урвать довольно не за такую прям большую цену. И превьюшку также получить. Вот. Вот. Автор постарается сделать максимально вам подходящее, чтобы обсудить именно превьюшку и показать вам несколько вариантов в чате, показать вам работ, которые он сделает. А вы уже сами определитесь и подправите их. Также он предложит и свои варианты добавления всяких деталей, используя свой вкус и опыт, чтобы сделать превьюшку максимально приятную и для зрителя, и для вас. Если заинтересовало и вы хотите поскорее отправиться в плавание по морям Ютуба, то переходите в описание, там будет ссылочка, копируйте и вставляйте в поисковую строку или спускайтесь в комментарии, там будет комментарий с ссылочкой уже рабочий. А мы возвращаемся к Доки-Доки Плюс. Извиняюсь, все, погнали. Наступил обеденный перерыв. Сайори, которая чаще всего покупает еду в школе, как обычно, идет в кафетерий. В кафетерии шумно, но Сайори прекрасно умеет отключаться от внешнего мира. Впрочем, заметив в толпе знакомую девочку с розовыми волосами, она тут же вскидывается. Вскидывается, ладно. Это же Нацуки. Я никогда еще не пересекалась с девочками из клуба в школе. Нацуки! Сайори приподнимается на носочках и машет. Нацуки весело болтает с друзьями и поначалу не замечает Сайори. Потом бросает взгляд в ее сторону. Сайори радостно машет рукой. О! Нацуки быстро ныряет за угол и вместе с друзьями. Эй! Она явно меня видела. На следующее собрание клуба Моника приходит первой, а после нее Нацуки. Сайори, увидев через окно, что Нацуки уже там, не может найти в себе силы войти внутрь. Нацуки не желает со мной общаться. Какая была дура, когда решила, что она хочет дружить. Ей просто нравится рассказывать о своей манге. А так я ей даром не сдалась. Пойду-ка я лучше домой. Хэм, извини, пожалуйста, ты планируешь заходить? Нет. Почему? Я дуюсь.
Не знаю, красивый, я думаю, вариант. Давайте. Ой. И. Фак. Секунду. Так, возвращаемся. Извиняюсь за небольшую. За небольшую неполадку. Вот так вот. Вот так. Нужно сделать просто приятно, ведь дующийся свое милый. Давай, добро пожаловать. Скриншотики. Так. Я дуюсь. Ага. Хорошо. Извини, что побеспокоила. Больше не буду. Нет, не уходи. А, ладно. Побуду тут. Я не хочу внутрь. Кажется, я надоела Нацуки. Увидела ее сегодня на обеде. Помахала и позвала, а она вместо того, чтобы поздороваться, взяла и убежала. Правда? Хм, неплохо. Эй, прости, пожалуйста, я пошутила. Просто это очень похоже на то, как поступила бы я с чистой тревожности. Тревожности? Ну, я не люблю привлекать внимание других людей. Ой, ну с тобой-то все ясно, но Нацуки ни разу не застенчивая. Я думала, мы с ней друзья, но кажется, мы не только ближе не становимся, а наоборот отдаляемся все больше. Мне из-за этого кажется, что и в клубе она со мной общается только потому, что я читала мангу, а на самом деле дружить со мной. Я читала мангу, а на самом деле дружить со мной не собирается. Хм, мне, похоже, маловато информации. Она чем-нибудь занималась, когда ты ее окликнула? Нет, просто шла с друзьями. С друзьями. Юрий на мгновение замолкает. Как бы это сказать? Сайори, ты ведь очень любишь своих друзей, так? И хочешь постоянно проводить с ними время? Конечно, мне кажется, ничего важного, ничего важнее этого для меня нет. В смысле, лучшее время моей жизни, когда я общаюсь с друзьями. Кроме того, я терпеть не могу быть одна, так что... Ты не любишь одиночество? Сайори кивает. Мы с тобой такие разные. А я обожаю одиночество. Ни на что бы его не променяла. В общем, мне кажется, смотри, если бы я хотела побыть одна, но боялась, что меня вот-вот начнут дергать, я бы ужасно нервничала. Да, но Нацуки-то здесь при чем? Она была не одна, она общалась с друзьями. А вот мне кажется, это одного порядка вещи. Это... Смотри, мы в клубе все друзья, так? Но и вне клуба у каждого из нас своя жизнь. Если подумать, у нас ведь не каждый день появляются новые друзья. Дружба — это приглашение переплести вашу жизнь. Но мера этого переплетения может быть разной. Некоторым просто нравится иногда вместе веселиться, а другие общаются каждый день и делятся друг с другом самыми сокровенными мыслями. Мне кажется, когда заводишь новую дружбу, важно учитывать, что больше подходит другому человеку. В смысле, мы ведь почти ничего не знаем о жизни Нацуки вне клуба. Вполне возможно, что ей проще двигаться в своем темпе, а не броситься с головой в омут новой дружбы. Так, давайте лучше. Но получается, я ей не надоела. Я просто хотела подружиться. Вот и вела себя с ней как с другом. Значит, ей было неприятно? Я не знаю. Прости. Мое понимание ситуации основано исключительно на моих собственных нуждах. А так как мы с Нацуки очень разные, Как я могла быть таким эгоистом? Если все так и есть, выходит, я сделала ей больно. Ну вот, я все испортила. Юрий,
Мне кажется, с тобой я была предельно осторожной и старалась не давить. Но Нацуки казалась такой общительной, и я сразу же потеряла берега. И взяла все в свои руки, вместо того, чтобы искать баланс. И в итоге облажалась, и теперь она не хочет со мной разговаривать. Как-то так, а? Как так-то, а? Сайори, мне кажется, помнишь ты, когда сказала, что мое воспитание — это не совсем реальность? Извините. Я понимаю, что проще всего предлагать самое плохое, предполагать самое плохое, но, по-моему, Нацуки на тебя зла не держит. В общем, если стараться объективно оценивать ситуацию и то, какие чувства она может вызвать, не могу выразить свои мысли, прости. Ты гораздо лучше умеешь утешать и приободрять людей. Цири вдруг легонько обнимается Юри. Юри, ты лучшая. Прости, что я тебя загрузила. Ты так ради меня и стараешься. Ты крутая. Я просто... Ты меня не загрузила. Мне нравится слушать. А мои друзья заслуживают быть счастливыми. Цири солнечно улыбается. Хорошо. Я перестану давить на Нацуки. Пусть делает так, как ей удобно. А если она все еще готова дружить со мной, я узнаю, чего ей хочется, и постараюсь не нарушать ее границы. Да, думаю, так будет идеально. Хотелось бы мне перестать чувствовать себя виноватой. У меня прямо руки опускаются. Хочется пойти извиниться перед ней за то, что я пытаюсь насильно ее осчастливить. Продолжай, что-то никто не дает нормально. Продолжим. Но ей это ни к чему. Главное теперь держать себя в рамках. Больно, конечно, но, наверное, это значит, что мне еще есть куда расти. А я очень хочу вырасти как личность. Если так будет лучше для моих друзей. Это очень по-взрослому, Сайори. Хи-хи. Я взрослый. Я взрослая, Сайори. Покачивается, приподнимаясь на носках. Так что... Ты в итоге домой пойдешь? Сайори качает головой. Мне нужно быть в клубе, чтобы показать, что я уважаю ее личное пространство. Просто займусь сегодня своими делами. Юри, понимающе кивает. Можешь войти первый. Давай. Ты загораживаешь вход. Ты загораживаешь вход. Ого. Сайори делает шаг в сторону. Кстати. Юри уже хочет войти в класс, но Сайори ее останавливает. Ты вот говорила, что вы с Нацуки совершенно разные. А по-моему, это не... Но по-моему, это не так. Мне кажется, вы во многом очень похожи. Юри улыбается и качает головой. Сайори, это бред. Ты иногда несешь такие глупости. Сайори Юри отворачивается и заходит в клуб. Через пару мгновений Сайори следует за ней. В клубе тихо. Когда Сайори заходит, Нацуки сердито зыркает на нее. Сайори улыбается, машет Нацуки и садится в другом конце комнаты. Юри уткнулась в книжку. Сайори решает дочитать мангу, которую начала. А вот Нацуки сегодня, судя по всему, не читает. Перед ней лежит листок бумаги, и она задумчиво смотрит на него, постукивая ручкой по парте. «О, ты сегодня пишешь?» Моника говорит тихонько, не желая нарушать тишину. Она опускается на колени рядом с партой Нацуки. «Эй!» Нацуки придвигает листок к себе и накрывает его руками. «Извини, я не собиралась подглядывать. Ого! Просто хотела проверить, как у тебя дела. Ничего страшного». Голос Нацуки звучит небрежно.
Она снова смотрит на Сайори, которая увлеченно читает ману. Моника прослеживает за взглядом Нацуки. Мне кажется, она на меня злится. Почему? Я сейчас занята. Спроси позже. Моника умолкает. Нацуки снова утыкается в свой листок. Она убирает руку так, чтобы Монике было видно заглавие. Там написано «Для Сайори». Моника под ним понимающе улыбается. Она кладет ладонь на плечо Нацуки и шепчет: «Я тобой горжусь». Нацуки отворачивается, но руку Моники не сбрасывает. Моника легко сжимает плечо Нацуки, поднимается и отходит. Встреча клуба потихоньку подходит к концу. Юри уже ушла. За ней уходит Моника, удостоверившись в том, что Сайори и Нацуки не будут засиживаться допоздна. Сайори хотела добить сегодня томик манги, все равно там осталось совсем немного. Но Нацуки тоже по какой-то причине задерживается, и в клубе повисает напряженная тишина. Дочитав томик, Сайори идет поставить его обратно в шкаф. Нацуки смотрит, как она ставит его на полку. Затем поднимается и переставляет мангу на ее закон, на ее законное место. «Извини, я не знала, куда ее поставить. Ничего страшного». Она замолкает, избегая смотреть. Они замолкают, избегая смотреть друг на друга. Обе при этом выглядят так, словно хотят что-то сказать, но не решаются. Время идет. Ну, ладно, я тогда пошла. До завтра. Сайори отворачивается, чтобы скрыть боль, и отходит от шкафа. Если ей и требовалось доказательство того, что Нацуки больше не хочет с ней дружить, она его только что получила. И в расстроенных чувствах Сайори выходит из клуба. Уже в коридоре она делает глубокий вдох и растирает щеки ладонями, чтобы хоть немного привести себя в порядок. Внезапно из-за спины раздается чуть запинающийся голос Нацуки. «Нацуки?» Удивленная Сайори разворачивается. «Подождите». А вот она. Идеально. Тихо. Да, твою мать. Будь все проклято. Почему я постоянно... Я промазал опять по кнопке. Давайте почитаем, что... Сайори разворачивается, переминаясь с ноги на ногу, Нацуки продолжает дрожащими от волнения голосом. Мне нужно много всего сказать. И мне, но давай ты первая. Нацуки нервно закусывает губы. Ну, во-первых... Она умолкает, не в силах продолжать. Пытаясь выдавить из себя хоть слово, Нацуки постукивает ногами по полу. Я хочу извиниться за то, как повела себя на обеде, и вообще за то, что в последнее время была такой противной. Мне правда очень сложно вот так. В смысле, я плохо умею справляться с неловкими ситуациями, особенно если речь о чувствах, эмоциях и всяких таких вещах. Так вот, лицо Нацуки горит, и она снова замолкает. Без долгих слов она протягивает Сайори листок бумаги. Тихо. Что ж такое? Отлично. Извиняюсь, просто хочется хорошую превьюшку подобрать. Без долгих слов она протягивает Сайори листок бумаги. «Самое лучшее место на свете. Я люблю свою спальню. В ней столько ярких цветов и мягких вещей. Под солнечным светом вся комната искрится. Это лучшее место на свете. Здесь хранятся все мои сокровища.
Мои книги, коллекции, воспоминания. Все мои мечты родились в этой комнате. Это лучшее место на свете. Здесь таятся все мои секреты, мои неудачи, страхи, чувства. Иногда мне кажется, она такая хрупкая. Хрупкая. Коснись двери, и та развалится на части. Но это все еще лучшее место на свете. То когда кто-то стучится в дверь, я пугаюсь, упираюсь руками в скрипящие петли. Прошу вас, не надо, не поломитесь. Я не готова. Это мое самое лучшее место на свете. Стук не стихает. Я подпираю дверь шкафом. Кто-то смотрит в замочную скважину. Мне страшно. Я заперта в лучшем месте на свете. Я не готова делиться своими самым любимым местом. Мне нужно спрятаться все мои тайны мне нужно спрятать все мои тайны и застелить кровать, скрывая ночные кошмары. Мне нужно коснуться их, чтобы убрать подальше, чтобы увидеть их снова. Сколько всего нужно сделать, а я сижу и боюсь. Я не готова. Но это все еще мое самое любимое место. Я по-прежнему хочу им поделиться. Сколько бы времени ни потребовалось, если ты дождешься, рано или поздно я открою дверь и покажу тебе лучшее место на свете. Отличный стих. Этот стих? Но я думала... Но мне пришлось переступить через себя, чтобы обсудить все это с тобой. Так что, просто порадуйся этому. Ага. Цери широко улыбается. Я так счастлива, что тебя описать не могу. Я ужасно себя чувствую, но при этом я очень счастлива из-за того, что ты сделала это ради меня. Вообще, я перед сегодняшней встречей поняла, что допустила ошибку. Я так ухватилась за желание сблизиться с тобой, что совсем забыла подумать о том, чего хочешь ты. И что, скорее всего, мы совершенно по-разному воспринимаем дружбу. Выстраиваем дружбу. Хэм, по поводу дружбы. Я хочу сказать... Ничего, я понимаю. Тебе не нужно заставлять себя об этом говорить. Твое стихотворение отлично все объяснило. Так что не насилуй себя, если ты не готова. Ага. Насуки кивает. И не думай, будто ты сделала что-то не так. Это я виновата. Прости меня. Я сегодня на тебя злилась. Ничего такого. Просто чувствовала себя виноватой и не хотела тебе мешать. Я поняла, что глупо с моей стороны не давать тебе проходу. И что ты, наверное, сама подойдешь, если захочешь. В общем, поступай как лучше для тебя. Я буду постараться уважать твой выбор. На этом и должна строиться дружба. На соблюдении баланса. Нацуки снова кивает. Кстати, вот еще что. Что? Я тоже не хочу все время быть обязанной подходить к тебе первой. Хочу, чтобы был баланс, как ты и сказала. Сайори кивает. Я понимаю. Значит, будем следить за этим вместе. Ладно. Теперь, когда им удалось найти общий язык, Нацуки немного расслабилась и смогла говорить свободнее. Только не думай, что я теперь буду постоянно тебе свои стихи показывать. Но некоторые вещи все-таки буду, наверное. Но только самые лучшие. Так что тебе меня хвалить, иначе я передумать могу. Так что тебе придется меня хвалить, иначе я передумаю. Мне нравится все, что ты делаешь, Нацуки. Это я так просто ляпнула. Но главное, я хотела рассказать тебе о своем новом парне. Чего?
А, тьфу, из манги? Так, стой, я хочу угадать сама. Зуб даю тебе, не получится. Они уходят по коридору вместе. Нам столько всего с тобой нужно обсудить. Черт, я собиралась попросить тебя не читать последние две главы. Хотела увидеть твою реакцию на главный сюжетный поворот. Ой, ты хотела поделиться со мной? Это так няшно. Фу на тебя. Хе-хе-хе. Ну а чё, это альтернатива милая. Кстати, есть письмо? Нифига, как обидно. Никакого. Ну что ж, вот еще один сюжет мы прошли за две серии. Сколько это времени? О, 25 минут. Блин, ну нормальненько так. По 25 минут эпизоды. Это нормально, прям отлично входит. Что ж, вот мы и прошли еще один топ-сюжет. Думаю, еще пара таких циклов. Еще два цикла, и мы перейдем наконец-то к нашим дорогим файлам. Наконец-то будем лазить по этим файлам. Очень уж интересно мне узнать по поводу всего этого потайного сюжета. Еще хотелось бы еще узнать, что там с этой чертовой, как я уже говорил, начали видеоролика с игрой Сальвата. Что за игру он разрабатывает. Я, конечно, знаю некоторые вещи, так как некоторое время следил за старым лором Доки-Доки. Буду надеяться, она не разочарует. А то, ну, что мы... Сколько, подожди, Доки-Доки вышло в 2017 году, кажись. Да, где-то 2017 или 2016 год. Больше 6 лет получается даже, может. Если она еще... Еще позже вышло, то уже где-то почти, уже потихоньку приближаемся уже к 10 годам жизни Доки-Доки. Кажись, 6 лет. Неплохо так пришлось пождать. Это не учитывая, конечно, придется еще ждать, получается, эту игру. Не считая Доки-Доки Плюс, так как вот тут куча интересного, но это так на любителя. Ладно, уже выскажем все уже в следующей части, а то не хочу вас утруждать. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер, буду рад вас там видеть. И заглядывай, и также ссылка на Morant Graphics. Пишите комментарии, предлагайте игры, критикуйте, ставьте лайки и дизлайки, как вам нравится. Предлагайте игры, как именно некоторые люди делают, так как все эти игры попадают ко мне в список. Возможно, даже я запишу ее. Уже скоро запишу, наконец, новую игру, и вас немножко удивлю. Она довольно интересная и своеобразная. Думаю, нам понравится. И не забывайте жать на кнопочку подписаться и на колокольчик. Так вы о новых видео узнаете, пополните нашу маленькую, но крепкую семью. А то больше 50%, только 55% человек смотрит наши видеоролики с подпиской, а все остальные без. Вам этого ничего не стоит, а мне приятно и мотивирует продолжать снимать для вас контент. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!